мы сейчас начали сотрудничество с университетом и в рамках летней практики разрабатываем небольшие общественные пространства и велоинфраструктуру. Но велоинфраструктуру мы разрабатываем не целиком, конечно же, потому что это огромный труд и материал. Мы разрабатываем студенческий маршрут. Считали, что это очень актуальная тема, потому что очень проблематично бывает добираться между корпусами. Решение велодорожек может быть разным, и это зависит от интенсивности движения транспорта и от существующей ситуации на дорогах. Где-то можно немножко расширить тротуар за счет газона или немножко сузить проезжую часть, где это возможно.